На популярном украинском курорте оскандалились уборкой берега. В Бердянске Запорожской области местные базы отдыха активно готовятся к открытию курортного сезона и убирают побережье от водорослей и грязи. При этом делают они это не совсем правильным образом. Видео уборки опубликовал телеграм-канал Вартови Йоспреса. Вместо того, чтобы сбрасывать водоросли в кучу на берегу и вывозить, они просто забрасывают их обратно в море. Напомним, на курорте арабатская стрелка мужчину с детьми на надувном резиновом матраце унесло в открытое Азовское море из-за сильного течения, и отдыхающие оказались в опасном положении. Трагедии удалось избежать благодаря очевидцам, которые увидели ситуацию и подняли тревогу. Спасенными оказались жители Львова с 11-летним сыном и 5-летней дочерью, которые прибыли на арабатскую стрелку на местную базу отдыха. Мы также писали о том, что прохожие еле спасли детей, которые тонули в Азовском море. Детей отнесло от берега на 40 метров, и они стали тонуть. Трагедии удалось избежать благодаря неравнодушным гражданам, которые бросились к мальчику и девочке на помощь. Люди плыли к детям, звали спасателей. Одна женщина выбивалась из сил, и уже ей тоже понадобилась подмога. Семилетний Даниил после проведения кислородной терапии уже чувствовал себя хорошо. А вот девятилетняя Валерия на момент приезда медиков находилась в состоянии клинической смерти. Врачам понадобилось 18 минут, чтобы восстановить ее дыхание и сердечную деятельность.